Завершена регистрация кандидатов в депутаты Мажилиса и Маслихата. Центральная избирательная комиссия определила кандидатов от 7 партий, которые намерены пройти в парламент. Таким образом, на 69 депутатских мандатов претендует 281 человек. Их средний возраст 45 лет. 19 кандидатов – это молодежь в возрасте до 29 лет. Также 80 женщин выдвинуты в кандидаты. В список вошли представители 12 национальностей. Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку, и представитель каждой партии выбрал порядковый номер в бюллетене. По последним данным, зарегистрировано 329 человек. Также было известно о тех, кто агитировал до начала кампании. Генеральная прокуратура выявила 5 таких нарушений. Один из них является жителем Талдыкоргана. Он был оштрафован по решению суда за агитацию в мессенджере. Что касается 4 кандидатов, то это кандидаты от одномандатных округов в Астане, Таразе и Караганде. В отношении этих граждан мы сейчас направили соответствующее предложение в Центральную избирательную комиссию. Затем административные документы будут отправлены в суд.